На беду пенсионерки из-под Синего откликнулись сотни жителей Хакасии. Историю Тамары Алексеевны Дуковой мы рассказали на днях. Женщина осталась без крыши над головой и без средств к существованию. Дом пенсионерки сгорел в середине сентября. Ни вещи, ни документы спасти не удалось. Женщине приходилось ночевать в заброшенной времянке без света и тепла. После того, как эту историю мы рассказали в программе «Вести Хакасия», Тамара Алексеевна воспряла духом. За несколько дней ей позвонили сотни человек. Кто-то помог продуктами, вещами, а кто-то просто добрым словом. А сегодняшнюю ночь пенсионерка проведет в теплой гостинице. Комнату со всеми удобствами для Тамары Алексеевны за свой счет снял один из жителей Абакана. А завтра пенсионерка поедет смотреть для себя новый дом. Жительница дачного массива в Подсинем предлагает погорелице бесплатно проживать у себя до самого лета. Вообще круто, на все 100% поменялась жизнь. У меня даже появилось настроение жить. Я же не знала вообще даже, что делать. У меня аппетит появился, я спать начала опять по-новой. Люди узнают, помогают. Позавчера 270 звонков. Каждая минута, вот в буквальном смысле были, все предлагали помощь. Даже 36 звонков замуж. Так благодарны народу, всем людям, вот все, кто откликнулся.